Народ, всем привет! Меня зовут Руслан, и вы на канале Мастак. Сегодня покажу, как за 15 минут с помощью эпоксидной смолы можно отреставрировать свой старенький чехол. Это моя третья попытка, друзья, и она самая крутая из всех, я считаю, потому что получилось более-менее что-то очень даже привлекательно красивое. Единственный нюанс для тех, кто захочет повторить подобную работу, друзья, чехольчик ваш должен быть с задней накладкой тряпочной, чтобы ее можно было оторвать. Ну а для чего все это нужно, вы увидите в видеоролике, друзья. На край я об этом сообщу в конце. Поехали! Итак, друзья, вкратце, для чего же нужна тряпочная накладка на обратной стороне чехла? Смотрите, когда мы отрываем тряпочку, она оставляет за собой небольшой ворс, который впоследствии при замешивании с эпоксидной смолой образует вот такую прекрасную лунную поверхность. Каменистую такую вот, непонятную. Мне кажется, это намного симпатичнее, чем просто. Но если вдруг вам не нужна такая поверхность, вы можете просто покрыть эпоксидкой чехол, и все. Ну, мне кажется, так круче, конечно. Как-то так, друзья. Если вам понравился этот видеоролик, обязательно вбабахайте лайк. Если не понравился, можете не вбабахать его, а также подписывайтесь на канал. С вами был Руслан. Всем пока!